И, конечно, для Одессы стало просто шоком, что Россия напала на Украину. And of course, Odessa was utterly shocked that Russia attacked Ukraine. Мы в Одессе нет людей, которые бы сегодня с одобрением на это смотрели или с сочувствием или с какими-то положительными эмоциями. There is no one single person in Odessa who would appreciate this or be any have any kind of positive attitude towards this. Одесса в основном русскоговорящий город. Odessa is largely Russian-speaking city. В Одессе очень чтят героев и помнят историю Второй мировой войны. And we commemorate the heroes and the history of the Second World War. У нас не сносились памятники, мы с уважением относимся к нашей истории. We have never ruined any war-related monuments, and we respect our history. Поэтому одесситы не понимают цели, которые перед собой поставил Путин и его армия по освобождению или спасению Украины. Нас не надо спасать, нас не надо освобождать.